Каждый день, выходя на улицу, 93-летняя Гулизар Халилова любуется красивыми видами Тарахташа, которые открываются взору из ее двора. Эти горы и чистый морской воздух ей напоминают родные места, ведь родилась она неподалеку отсюда, в не менее живописном селе Ворон. Однако эти обрывки теплых воспоминаний о счастливом детстве в памяти Гулизар Бита быстро сменяются страшными картинами о войне. Еще одно горькое воспоминание – 18 мая 1944 года, когда мать одна с шести детьми была вынуждена покинуть родной дом, не взяв с собой ничего в дорогу, полагая, что их ведут на расстрел. Но Гулизар Халиловой все же удалось попасть домой перед ссылкой. Шхадлар бізе тұсында ран огне. Екі сутка он долдық. Сон аллам маа деді, сен деді алды, гугум деді, гугумне суя баран кебетті деді. Эве кірді деді, евден шей ал деді. Кесім хаплар уже кіртілі. А пенжере қырмая жықимадым. Хайтым бош еве, бардым олара аллама гене. Ай, бірді ен еттілі, бірді бардым. Балқыз бала алдым. Ош шей балынен біз урала түштік, шыен сон бір стакан бала, бір хопқа хартоп берілдер. Онен чок яхшы яшадық біз. Біз бірденеміз өлмейді. Молтовский область, Красновишинский район, село Горовой. Бізден юхары бар еді волос, большой чувал, маленький чувал, оян тайга еді. Уже айлар, кезе ақшымнан сын чықар шықмай қорқар едіқ. Айлар кезер еді, бағырып кезер еді бер. Чықар шықмай отмыс баттар еді. Бұтын айлар доғыр еді, анда араба не кезмеді, араба йоқ еді. Яз ве қыш шананен. Онда суғу құралды, пек суғу. Қар яғар еді, өле дұрыр еді. Бұл абы бойда қар олыр еді, қышса. Онан соң барде қартоплар бұзламаз еді, бұқарын деме, яғын не бұзламаз еді қартоплар. Олары шығарып барып, ташиып, олары пішіп ашар еді. Ашама ашы йоқ, қышса. Язда мейвалар шоқ еді. Яшамамыз пек ағыр еді. Аяқ алдымыз жоқ еді, үстімізде башымызда ұрбаларымыз жоқ еді. Ялан аяқ, ялан баш. Чоқ чекіштіктің, конечно, но халық бек ярдым етті. Кіме валенка берді, кіме ол лапталарынан берді. Екі семьялық елер бар еді, бірер ғоз. О, бір ғозны бір семья, бір ғозны бір семья отыр еді. Екі семья отырды біз. Помнит Гулизар Халилова голод в ссылке, который унес жизни многих крымских татар. Пәнен береді, сәбет абламын анам, біреміз өлмедіқ. А бізім халық. Паёк берем, берем паёгу, отырды, бір северден ашарға қайр еді. Пек чоқ халқ өлді ол ақты. Ал бір северден ашайып қалса, ашта, аж керек, пек чоқ халқ өлді. Атлар өлер еді, атлар барып, қазып, тұлар шығарып, олар ашар едіқ. Торғайлар тұтар едіқ. Напайға, я аша, ашадан сан апарық. Вскоре семью с другими односельчанами переселили в поселок Чёрное. О, Чёрное, онда да, ау бандитлер, отырын әйлер, барақлар бар. Түренчікер. О барақлары бізден әп біздағыттары о барақлары. Аны он енді адламна даға шалшып шей етіп, ну мейва шоқ еді дағда. Насы мейва істей жаның әр түрін мейва бар еді. Язда бұтын о мейвалар еғіп кезер едіқ. Балы олсақ та олар еғіп кезер едіқ. Олардан біз өлмейдіқ, алып кетіп сатар едіқ. В 1949 году мать с детьми решили бежать в Тулу к отцу. Однако их поймали. Но это не остановило семью. Через две недели им все же удалось перейти границу. Здесь жизнь немного наладилась. Гулизар Халилова смогла выучиться и получить специальность маляр-штукатурщик. Спустя несколько лет они перебрались в Бикабад, в Узбекистан, где в 1957 году Гулизар Бита вышла замуж. Вместе с супругом они переехали в Черчик, стали родителями троих детей. Амети дады. Удоборно. Хрында чықтығы вақтақ, чордан чықтылар. Хрында чобан еді.
26 ничего не было, а сидя хаим. Кирпичный завод огородил без челюсти. А хаим трактора сидели. Живя на чужбине, Гулизар Халилова вместе с мужем не теряла надежды вернуться на родину. В 1966 году они переехали на Кубань, ближе к Крыму, где их ожидали новые испытания. Нижний Баканкая и Кайотурха Насон, Ахаим Таныши Варед, Храна Османов Варед, Сон он без Чигинкаял Дейли. Чигинкаял Дых, Эв, Йох, Шей, Йох, Авели Бродаджа, Атлар Нал Япаньерлери, Атлар Нитин Хамтар Дура Ерде, Урасын Бошатлары, Визонда Хойдлер. Шаулар гезей, бұда алты айлығдан. Аша алты айлығы дейіп, беғдар ағыладым мен. Аша жақтар балам дейіп. Беғдар ағыладым мен. Сон тапы біреуіш қалдық едіп. Жить здесь семье довелось недолго. В 1973 году не стало мужа Гулизар Бита. На ее хрупкие женские плечи легла вся забота о детях и матери. Но несмотря на трудности и запреты, в 1977 году Гулизар Халилова решила перевести семью в Крым. Ей удалось приобрести жилье в селе Кашлав Карасубазарского района. Алдым лафетті, мен дедім, кетежем, дедім, барып, шайлерін кетіржем, дедім, Балқазаныя. Мен керінже кей, боша күхняя, дедім. Тұтым контейнер алдым. Да, ем сатылмамыш, айбандарым сатылмамыш. Бұш етіміз, бұлар оқуйлар. Анам оларнен берабер, олары олында қалдырдым. Бошаттым шайлеріме, евлері ақладым, боядым. Эр шайми ергеріне ерлештірдім. Вернувшись на родину, Гулизар Бита трудилась, не покладая рук. Маңа иш керек дедім, иш бергіз маңа дедім. Сон бұл айланды маңа дұшын дұшында дедім. Знаешь, что дедім, женщина дедім. Табак дадым, не зать бұт дедім, не зать дедім. Бұдым не зать дедім. Бұт дедім, бұтын балларым, шайлем, әпсін топладым, басла тұтын дедіме. Бұтын қорқадар тұтын дедім. Апсызатыл алды ғоз огне мені, шу яқ шалшы дейіп. Уярдым етті мен практика олмай, ушайда практика олдым. В 1989 году Гулизар Халилова исполнила свою мечту. Переехала в Тарахташ, поближе к родным краям. Доктор Загезер Эвлеере, ах, аман, аман, шареда бумаз дертлеере, шаресизе дейер, береда дугустым. Аманда доктор велечаре.